Доброго всем времени суток. С вами Texar. Мы играем в Memories of Mars. Так, интересно. И видим, что Харон расширил домик. Ладно. А как там моя хибарка? Моя хибарка стоит, все нормально. Так. Закрываемся. Смотрим. Железо с алюминием надо. А у меня чего? А у меня ни хренища нет. А, понятненько. Тут у нас терминал обслуживания. Включено в критическом состоянии. Ой, что-то мне кажется, это Харон сюда закинул. Ладно, если что, спасибо. Так, мобильный наш принтер. Что может? Ничего. Дешевые патроны. Ну, всякую фигню он может. Нагрудник рабочего. Железо 8. Кстати, неплохо. Давайте запилим. Это чуть добавит нам брони. Значит, что у нас в планах сегодня? В планах сегодня у нас... Винтовка. Штурмовая винтовка. Так, я не понял, где мои дробовики-то все? Так, снаряжение не могу одеть. А, давайте вот так. Так, сюда. Вот. Мы в нагруднике теперь. Так, ладно, я понял. Тут нам ловить особо нечего. Я тут постепенно все-таки отстрою. А пока пойдем посмотрим. Харон говорил, что там оставлял что-то интересное. В частности, ресурсы. Плюс тут принтеры. Дробилка. 3D принтер, да. Истребитель, снайперская винтовка. Ух ты ж, елки. Углеродное волокно, понятно, мы в пролете. Дробовик, вот, алюминий, медь, магний. Мы можем попробовать. А патроны для него, зеркальный прицел. А вот патроны для него, бездымный порох. А фламинго... Бездымный порох. А в чем я делаю бездымный порох? Возникает вопрос. Локатор аварийной капсулы можно делать. Кстати, он как-то дешево делается. Удлиненный ствол. Ну, понятно, это все разблокировать. Доменная печь, о как. Обработка ресурсов. Это что-то плавить. Большой складской контейнер. Сотрясение. Это граната, по-моему, такая. Удлиненный ствол. Штурмовик. Стандартная штурмовая винтовка. Это то, с чем мы все бегаем. Вот. И вроде оставлял у меня пистолет с большим этим. Так, это сюда выложим. А для чего все это надо? Это нужно для того, чтобы, блин, пауки мне люлей не давали. Потому что два пистолета это лучше, чем один пистолет. Вот так вот. Так, что кислород, блин. Кислород. Давайте его. Нет. Разделить. Возьму вот так. Главное не перегрузиться. Груз хорошо. Так. Что еще? Медицинский спрей. Ну, с этого добра у нас навалом своего. Складской ящик, передвижное хранилище. Ну, у меня тут еда есть, все это. Крестоносец, арбалет. А, да. Харон говорил мне, что у него есть арбалет. Газовый резак для утилизации. Давайте возьмем. Пригодится. Блин, принтер нафиг. Вот так. Так, а еще я слышал, что тут есть магний есть. Титановая руда есть. Я офигею. Электрон. Йоу. Магниевая, вот. Разделить. Так, и отправимся за флопсами. Высокоуглеродная сталь, слушайте. Углеродное волокно, вот оно. Бездымный порох есть. Кремний. Интересно, Харон это нашел? Или Харон это... скрафтил сам? Но в любом случае углеродного волокна мало. Но мы попробуем его добыть, потому что после того, как мы сейчас тут пошуршим, мы двинем в город дружить с пауками.
Так, Харон, если я много всякого утаскиваю, ты говори, буду тогда не особо брать. Так, зачем мне нужен бездымный порох? А мне нужен для патронов. Так, ай, микрофон не надо. Так, попробуем скрафтить дробовик. Хоть что-то, да? Тут где-то был принтер. Терминал технического обслуживания, не то. Дробилка, принтер. Смотрим. Принтер. Так, что мне не хватает? Боевой дробовик. Магний. Есть. Медь, алюминий. Чё не так? Еще раз. Магния нет. Магниевая руда, магния нету. Я понял. А как мне сделать магний? Зеркальный прицел, прицел двухкратный. В доме, что ли? Давайте попробуем. Да. Из трех получается одна. Прекрасно. А собственно, чё я? Мы пока займемся с этими, с патронами. Бездымный порох. Я его так и не взял, да? Окей. Снайперская винтовка у нас, получается, пролетела. Разделим. Что, возможно, тут на что-то оно нужно. А я так пришел и нагло собираю. Да, моем. О. Так, 6 штук делается за один заход. Давайте вот так. 36 штук, я думаю, нормально будет. Но потестить точно хватит. После чего я по максимуму выложу имущество и отправлюсь, то, собственно, на тест. Так, 36 штук, ну, нормально. Но попробовать пойдет. Тут. Также важно класть на место. Так. Два. Не быстро. Все это не быстро. А, просто я же хотел взять и пойти, а взять и пойти не выходит. Так, там надо 8, если не ошибаюсь. 8, да. А на это нужно 12 углеродного волокна, а тут только 2. Видимо, редкость. Но я надеюсь, что вот этим резаком сейчас каких-нибудь ресурсов насобираю нам в закрома Родины. Так. Заправляемся. До полного. Че, я все выдул? Ой, даю. Ладно, едим. Напомню, любое имущество здесь лучше носить в желудке. В карманах лучше вообще ничего не носить. Так, давайте еще еду вот сюда какой-нибудь положим. Хотя еще будет дробовик. А, ну дробовик будет на восьмерочке. Так. Так, это пистолет. Это винтовка. Какой пистолет у меня без прицела? Вот без прицела. Это то, что Харон сделал. Прицел, зеркальный прицел, алюминий медь. Давайте скрафтим. А другой это несерьезно. Один с прицелом, другой без. Так. Кто из вас с прицелом, а кто без? Изменить. Магазин, прицел. А, удлиненный ствол. Прицела нет. Прицел пошел. А второй у меня... А вот смотрите, странно, он в первый слот ушел, и тут только один лежит. Ну ладно. А мы так посмотрим, удлинен у него ствол или нет. Шо? Так, ладно, во втором слоте у меня фигня лежит. Мы ее кладем сюда. И видим, что он тоже с удлиненным стволом. Только это еще с прицелом.
А тут без. Я что-то не понимаю, видимо. Давайте еще один прицел скрафтим. Дым, сигналка. Боткин болт. Болт в рот хит. Да. А какой-то, видимо, улучшенный. А, это дробь, а это патрон. Ну да. Тогда да. То есть я дробь сейчас себе сделаю. Это что, дробь? Ну, по паукам, наверное, хорошо дробь. Изменить. Ага. Ом. Все, вот теперь у меня одинаковые пистолеты. Прекрасно. Ну, пойдем посмотрим, как там домно. 9. Все, можно крафтить. Можно. Создаем. А на винтовочку, значит, нужно... Ну, во-первых, магния надо прилично, во-вторых, углеродного волокна. Так, давай сюда. Ну-ка, что у нас? Ну, дробовичок стандартный. И я немножко перегружен. Ладно. Выкладываем ресурсы. Так. Ибо нефиг с собой носить то, что могут у тебя отнять. А, это был не магний, да? Это был электрон. Я должен в кучку положить. Так, что у меня еще такого, что я должен выложить? Биомасса, но у меня еды 7. Биомассу выкладываем. Патрошки все нужны. Тут ничего не могу сказать. Половина груза. Ну, ладно. Все, домно пусть шуршит. Потому что магний нам понадобится. Все, пошли пробовать. Так, эй, пауканы, я иду. Сюда нужно опять большие обоймы и прочие приятные вещи. Насчет прицела я не уверен, что он нужен сюда. Так, а вот лагать не надо. Не надо лагать. Оу, паукан. Ну, лаги. Ну что, 3 выстрела. Нормуль. Причем в один, я, кажется, промахнулся. Пауканы. Никого. Кровотечение, да иди ты. А, пауканы. Это блин, вот лаги вымораживают. Опять лаг. Вот так вот, одним выстрелом. Ага, бежит. Это большой, что ли? Блин! Чёртовы лаги! Это я его грохнул, что ли? Ага, понял. Не стреляем в меня. Да блин! Вот это я его уложил. Нет, я его с одного выстрела укладываю. Ой, это здоровье-то сколько. Вот я налагался-то. Так, мне нужна аптечка. Мне нужно всякое. Так, паукан не идет за мной. Так, заряжаем. Что-то я пока был в лагах и багах, мне какую-то хрень напихали использовать. Да, здоровье-то не вагон. Получен достижение лицом к лицу. Ладно. Сейчас мы устроим лицом к лицу. 40 флопсов. Фигня какая-то. Мало.
Нет, я этих зараз зачищу. Так, а теперь пробуем. Металлолом, алюминий. Слушайте, нормально. Мы теперь их можем полностью утилизировать. Но сейчас я обратно тащу к нам в нору. Кислота? Нам нужна химическая станция срочно. Хлопцы. Остатки взрывчатки. О, нормально. Процесс пошел. Больше всего металлолома. Я так понимаю, его в дробилку надо пихать. Нитрат. Ну ладно, тоже хорошо. В общем, дробовик мне нравится. Я не знаю, как насчет пороха. Возможно, это очень дорогая вещь и редкая. Тогда, конечно, да. Ну что? Так. Пауканы, я иду. Нет, я не просто иду. Да, блин, опять лаги. Все хорошо, лаги только. Так. Тут больше ничего. Там есть что? Блин, опять лагает. Что у них с серверами творится? Ну, это понятное дело. Это всегда так поначалу. Тот же Хирион далеко не сразу изжил все это. Кто когтями стучит? А главное где? Вот там где-то. Ладно, давайте по домикам пошаримся. Потому что я теперь могу уже разбирать. У меня теперь есть разбиралка. Ну, дробовичок, да. Дробовичок. Радует. О, углеродное волокно. Зашибись. Пульсовый экскаватор. Ну, если что, разберем. Тут 3D-принтер. Точно такой же, как и там. Стоп. Точно такой же. Походный паёк. Улучшенный питательный. Железо, биомасса, часть растений. По-моему, такой же. Так. Чё? Лимонад тоже не хреново. Так, давайте съедим что-нибудь. Калорий маловато. Ну, дробовичок рулит. Я вот не зря в большинстве игр шутерного типа люблю дробовики. Для ближнего боя вообще самая красота. Так, давайте что, прочешем этот город. Так, что тут? Ничего тут. Я вижу, что там на горизонте горит огонек, но это у нас будет поход в другой раз. В этот раз я хочу немножко, так сказать, пройтись. Паук, что-то не так. Ха-ха. О, еще один. Сейчас я заряжусь, будьте счастья. Оп, как тебя собрать-то? Паукан. Ах ты ж зараза, ну ладно. Стоп, что-то где-то летит в меня, да? Меня опять плюют, а я не вижу. А, вот там вот, да, она. Фью! Паук, отвали! Блин, надо было до конца долечиться-то. Проблем-то особо никаких с лечением же. Что-то у меня ощущение, что они стали сильнее бить. А? Все, он ушел. Он ушел, он ушел. Где лечилка? Лечилка. Использовать. Вот что нужно на быстрый доступ пьешь, а не паёк. Так. Так, использовать. Использовать. А это вот сюда, вместо паяка. Давайте сначала залечимся. А потом займемся уже продолжением лутания. Так, половина здоровья есть, погнали. Ну, черт возьми, даже не знаю.
С одной стороны, дробовик очень эффективный. С другой стороны, почему-то мне таких звездюлей дают, каких никогда не давали. Какой-то в этом во всем подвох. То ли я что-то не так делаю, то ли они. Ага, привет тебе. В большого паука 4 пули надо всадить. Да ты собака страшная. Так, ой. Я слышу шуршание просто сзади. Вот мне это не нравится. Так. И смотрите, у меня кровотечение просто на каждое попадание идет. Все, остался последний баллончик. Ну. С одной стороны, их стало гораздо меньше. С другой стороны, у меня здоровье куда-то наплакал. Так. Кто-то ходит. Пока вроде тихо. Металлолом, алюминий. Ну, неплохо, неплохо. Ну, так. Алюминий, медь, взрывчатка. Кто клацает? Никто? Ладно. Здоровишка нету, здоровишка. Ладно, заходим в этот домик. Так, что-то по времени, 22 минуты, нормально. Не тут. Инструменты для сбора. Это нам нравится. То есть эту штуку сейчас всю распилю, я так чувствую. Так, отлично. Вот бур оказался очень кстати. Так. Ладненько. Что за углом? Ничего за углом. Пошли на второй этаж. Угу. Ну, берем. Нитрат там не нитрат, пригодится. Хотя, конечно, свинство нитрат подкладывать в такие места. О, центр резервного копирования. Три патрона этой заразе надо. Видимо, я один раз промахивался. Блин, опять кровотечение, да заманали вы. Так, использовать. Попробую на еде отсидеться. Еда же тоже немножко дает здоровьюшка. Центр резервного копирования, я так понимаю, дает возможность... От вспышки к вспышке себе, ну, заныкать. Нет, вы только на это посмотрите, оно продолжает уменьшаться. А, все ушло. Все? Все. Так, ладно. Попробуем прочитать. Так... Ограничено хранилище и консервирует 10% вашего текущего прогресса для доступа в последующее время. Всегда можно проапгрейдить. И можно сюда напихать 1000 флопсов. И зачем? Зачем мне это? Ладно. Больше тут ничего нет.
Блин, меня сейчас одним плевком можно убить. Так, погнали дальше. На самом деле это глупо. Потому что 4 полоски здоровья меня вынесут мгновенно. Кто ходит? Блин, только не меню. Фу. Вроде тихо все. Кислород? Да блин. Так, заряжаемся. Кто? Да, ходу отсюда! Так, кровотечение, все, я попал. Я мне дал спину, плевки летят, видите? Моя попал. Кончились патроны, ёлки. Ну что ж. 150 лобсов мне мой дробовичок-то принес. Должен сказать. Так, пойдем заправимся пока. Что там у нас, 26 минут уже серия идет. 150 лобсов и неведомое количество ресурсов. Так, заправились. Здоровьишко есть, ну чего. Давай теперь с автоматом побегаем. Эй, пауки, а я ваш дом труба шатал. Вот там что-то ходит. Эх ты. Вверх ведет сильно. Так, приехал. Где еще? Прицел сила. Была бы снайперка, было бы еще круче. Ну, пойдем его залутаем. Да где он топает-то? Я класса не слышу. А паука самого не вижу. Где? А? Вот меня и убили. Ну, меня никто не оживит, поэтому сейчас злой занец прибежим сюда. Лутать свой трупик. Ну да, это было глупо. Так, а где я могу ожить? А вот я тут могу ожить. Стазисная капсула появится. Да. Так, мне нужен хоть какой... Чё? Искры какие-то. Хоть какой-то пистолет нужен для начала. Чтобы было с чем этих козлов выпилить. Всё. 10 патронов для начала пойдет. Погнали. Так, у нас слева от небоскреба коридор. Здоровьишко полное. И вон там двумя пауки, я вижу. Блин, у меня 10 патронов. Я лошара. Ну ладно. Так, заходить лучше отсюда. А какого хрена они дымят? Только что же я зачистил. Видимо, все мимо. И вот тут мой труп где-то лежит. Так, надо набежать, жмахнуть, схватить все и убежать в ужасе. Что это было? Фу. Да куда я бегу-то? А, вот паук. Да все, не трогай ты меня.
Сейчас, погоди, я оружие-то сменю и будете счастье. Че, не сдох? Вообще офигеть. Слушай, кровотечение стало вообще какое-то прям эпическое. То есть аптечкам теперь надо уделять самое пристальное внимание. Оно, конечно, сейчас кончится, я так понимаю. Все, да. Так, а что у нас есть? Ничего у нас нет, нагрудник у нас есть. Так, сюдать. А, сюдать. Там шуршание, перекатывание мне не нравящиеся происходят, но... Так, это выкинуть нафиг. Кислота. Кислота, хорошо. Ну что, погнали. Р. Продолжим лутать. Так, а я тут был? Да, я тут был, я тут это долбал. Продолжим наш путь. Непонятная фигня стоит, давайте посмотрим на это. Что-то валяется. Монитор снабжения, пригодится. А, это гусеничная хрень. Тьфу, ничего интересного. Так, вот тут можно наверх подняться. Не знаю, сколько это хорошо. Но давайте попробуем, внутрь можно войти. Давайте тут потопчемся. В общем, у дробовика обнаружился единственный минус. А именно, у него патроны делаются из пороха. Я не знаю, насколько это редкий ресурс, насколько тяжело его скрафтить. Я, по крайней мере, его пока не умею крафтить. И, возможно, нужна какая-нибудь там химическая лаборатория, еще что-нибудь такое. Берем. Не знаю, насколько это полезно, я брошу это в дробилку. Что тут? Тут, по идее, ящики, но тут ничего нету. Так, ладно. Но дробовик могуч. При наличии достаточного количества патронов вполне можно пауков тут просто гнать из города. А возможно и игроков. А их можно же апгрейдить, этот пистолет. А, пистолет, дробовик. Если он заапгрейдит в той же степени, что пистолет, будет вообще, по-моему, красота. Но на это нужно много флопсов. Так. Ну что ж, продолжим наш путь. Я вроде там шел. Сейчас зачем-то на эту сторону перебежал. А что это такое светится, смотрите. Да. Откуда-то убежала подсветка. Так, ладно, продолжим. Пауканы, вы где? Нет, не то, чтобы вы мне были нужны, просто а вы где? Массаж. Я туда заходил? Я туда не заходил. Зайдем. Да, ящичек. Что такое? Фруктовый сок. Берем. Вот я что-то на escape нажимаю, почем зря, видимо. А, когда забираю, оно... 3... Да мне не нужен 3D принтер. Когда забираю, можно escape не нажимать. Она, видимо, сама пропадает, а я еще дополнительно нажимаю escape. За что, собственно, и получаю. Ну, не... Кто? Блин, вот какого хрена завис? А, здравствуй, паук. Хрен на себе он взрывается. Да не лагай ты! Так он сейчас взорвется. Или не взорвется? Взорвался.
тоже что-то новенькое, по-моему, раньше они под ногами не взрывались, сволочи. Или взрывались. Взрывающиеся пауки, которые пагубно отражаются на моем здоровье. А вот это свиристение в ушах, я понял, это вон у меня кровопотеря идет. Металлолом, металлолом, остатки взрывчатки. Мы богаты взрывчаткой станем. Так, три. Че, тоже нет патронов? Вау! Это большой. Да-да, искрись вот там, вот искрись. Сейчас я перезаряжусь, ты поискришься у меня. Да, я не понял, что, патронов нет опять? Кончились патроны, я офигею. Ой, патроны мотаю. Лаги. Так, другой пистолет. Другой пистолет, блин. Так, побежали. Да перезарядись ты. По-моему, он кончился. Я, правда, тоже практически, ну ладно. Фух. Нелегко дались флопсу, должен сказать. В общем, надо с аптечками все-таки ходить, больше их брать. Раньше они так не требовались. Что-то изменилось. Ну все, короче, у меня сейчас еще такой набег, и меня грохнет нафиг. А у меня остались, по-моему, только пистолеты, да? Но пистолеты наше все. Хотя с какого-то момента мне становится уже как-то... Нет в этом уверенности. С другой стороны, с каждым таким моим нападением на пауков их все меньше в городе становится. Но у меня уже карман-то битком. О! Красотища. Лечимся. Лечимся, лечимся. Где она, где она, где она, где она? А, вот она. Вот это очень в кассу. То есть мы можем пока продолжить экспедицию, но уже с двумя пистолетами. Клинт Иствуд, блин. О, ну вообще. Вот это я удачно зашел. Ну что, тогда в город. Вот, кстати, тоже клиника какая-то. Массажный салон. Это я с нее прыгал. Я с нее спрыгал туда. Меня тормознуло в воздухе, я не допрыгнул. Есть что? Ну и ладно. Ай ты! Кто? Откуда? Ага, оттуда, понятно. Я его добил, нет? Нет, кстати, он плюется. Ладно, подбираем. Пауки бесконечные, да? Металлолом, кислота, кислота, кислота. Надеюсь, порох делается из кислоты. Ну, просто я тогда утащенный порох для дробовика как-то компенсирую. Магний, шикарно. Мне кажется, Харон тут целыми днями бегает и добывает. Чтобы в таких количествах добыть. У меня тут нитрат прет. В больших количествах. Так, немножко этой штуки. Эй! Багуемся, да? Ну ладно. Багуемся, так багуемся. Так, выходим. Ну, еще чуть-чуть, и можно на базу двигать. Так, что там, 40 минут уже. Длинненькая получилась серия. А зато с пауками. Так, чья-то база светится. Возможно, не самый крутой город, поэтому такие ресурсы небогатые.
упаковал. А вот тут прогадал. Так, здоровье-то не очень. Обшикиваемся. И я снова остался без лечения. Перезаряжаемся. Перезаряжаемся, говорю. Одновременно лекарство и пистолет в руках. Хорошо. И продолжает шипеть. Хотя, возможно, вот тут дым шипит сбоку. 25 флопс, он тоже сойдет. Так, у меня уже перегруз пошел, по-моему. Металлолом, металлолом, металлолом. Интересно, металлолом разбирается только на железо? У нас это хорошее. Так, еще кто-то топает. Ну, короче, ладно. Вон он. Ходу. И я сейчас вымру. Да. Кровотечение. Все. Мы потеряли сознание. Мы потеряли сознание. Интересно, он на моем трупе будет сидеть, нет? Блин, тут три пистолета теперь. Ай ты ж. Стазисная капсула. Ладно, появляемся в стазисной капсулы. О, загрузка пошла. Это я в каком чембере? В том же или в другом? Не понимаю. Ну ладно. Вроде в том же. И очень хочется день. Ни хрена, ночь. Ну что ж, ладно. Так, я дверь закрыл. Закрыл. А, сейчас быстро добежать вокруг города, забрать свой трубчик и вернуться на базу. И там мы сейчас глянем, что я налутал. Ну, в принципе, нормально. Там 200 с чем-то флопсов, это хорошо. Сейчас посмотрим, что с этих... Фу, хорошо не прыгнул. Что с этих флопсов можно прокачать? Или, пожалуй, надо их вложить в поддержку домика. Так, бежим, 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 бежим. Ну, навешали, да, хорошо. Ну, все жадность моя. На самом деле, вот, без лечилок надо уносить ноги. Без лечилок тут уже, смотрите, какая огромная база. Без лечилок тут уже не катит. То есть, меня выносит. А враги, по-моему, стали жестче. Так, где моя черепушка? Вот моя черепушка. Блять, все. Так, и вон он, козлина. Да блин, почему ты не меняешь оружие, когда выставлено вперед? А, это я взрывающегося уговорил в этот раз, да? Ну ладно. Металлом или мини-меч? Шикарно. Заряжаемся и пошли отсюда. В общем, во-первых, надо днем, во-вторых, надо с лекарствами. Без лекарств это все отстой. 300 флопсов. Что неплохо. И я прошел одну улицу, по сути, только. То есть в городе можно 3 таких прохода сделать. Ты большой, да, мне или мне показалось? Не, по-моему, крякнулся. По-моему, кислотный. Но это говорит о том, что они тут отреспились. Кто? Где? Да, ксись ты. Что, смотри-ка, оно мне все-таки прилетело. Ты ж собака страшная. Вы кончились? Я опять слышу эти шаги металлические. Отвалите путь, я иду домой. Все, погнали.
О! Так, первый. Первый, говорю, пистолет. Ну что, ушатал. Что-то у меня за спиной дымит, непонятно. Он меня дымовыми гранатами кидался. Ну, нормально, 351, тоже деньги. Так, продолжаем наш путь. А, кстати, у меня на карте не поставлена отметка, где мое логово-то. Где-то с этой стороны города, а вот где? Ой, да сколько ж вас! Зарядись. Он еще там. Ну, все по новой, все пауки. Ну, это кислотный. Возможно, кислота это что-то полезное, поэтому я вроде как недавно тут страдаю. Кислота. Все. Буду верить, что я нас порохом снабжаю. Ну или не порохом. Так, перезарядочка. То я что-то сейчас мне еще что-нибудь прилетит. О, да иди ты нафиг своими ракетами. Даже драться не хочу, меня сейчас опять ушатают. Ты за мной, да? Ох ты жаба. Да. Как вспомнить времена, когда этих пауков с пистолета шатал. Веселые были времена. Но что-то изменилось. Блин. Почему в игре так мало контента? Ну, собственно, пауков бить, ну, игроков еще, да? Там, не знаю, базы их сносить. На PvP-серверах тут уже вовсю это процветает, то есть там собираются уже большие кланы, которые гонят с сервера всех-всех-всех. Ну, блин, это ж неправильно. Ну, выгнал с серверов. Я патроны для пистолетов все ушатал, вот я даю. Ладно, кровотечение сейчас кончится. Дробилка. Шикарно. Идем в дробилку. А, нам не нужен пистолет. Нам не нужен, не знаю, металлолом, наверное, да? А, на металлолом перерабатывает. Необходимо обработать. Черт его знает. Остатки взрывчатки. Ну, пойдемте выкладывать все это дело. Так. Лишние уронить. А уничтожить его можно? Давай уроним, что с ним. Эти лишние принтеры. Да, пошел металлолом. Алюминий, смотрите. О-о-о. Рандомно, что ли? Ну ладно. Если рандомно, это радует. Это прикольно. Доменная печь. Напилил магния. Хорошо. Ладно, разгружаемся. Ну, прилично, да, был, я бы сказал. Алюминий. Магний. Это был магний, да, хорошо. Железий, понятно. Что еще хорошего? Остатки взрывчатки, не знаю, куда пойдет. Одеваем. Это я у себя оставлю пока. Пульсовый экскаватор надо было туда запихать, он не нужен. СА-призрак. СА-призрак. Лишний пистолет у меня. С нулем патронов. Кислота. А, вот тут кислота есть. Мониторчик. Пусть тут лежит. Углеволокно. Медленно копится, на снайперку хрен наберешь, что называется. Так, что мне еще тут уронить? Не знаю, я намустрил или он пропадет. Что еще выложить? Адреналин. Ну, адреналин вроде нужен. Так, вот это и пульсовый экскаватор нахрен. У меня же два их. Да. Газовый резак, да. Тоже в дом нафиг. Лишний.
лишний. Ну, в целом, вот так вот неплохо. В следующий раз надо будет накрафтить лечилок. 12. В чем? Вот у кого из них 12? Плеть, призрак. Плеть? Это я плеть втащил. Я думаю, чего у меня тут прицелов-то нет? Я тут на них на всех прицел. Так. Хорошо. Ну, я призраков оставлю у себя. А плеть это, видимо, я Хароний взял пистолет, который тут лежал. Ладно, давай тогда обратно заберу вот эту штуку. Пистолет сюда выложу. Так, прекрасно. В принципе, эта ботва мне тоже не сильно нужна. Ну ладно, пусть валяется. Тут, я смотрю, у меня прицел лишний завелся. Так, ну что ж. Серию мы на этом тогда заканчиваем. Всего хорошего и до новых встреч.